Виктор Гуськов – легенда угольной промышленности, родился в 1941 году. В выборе профессии продолжил династию. Его отец Александр Гуськов был главным инженером, а позже первым директором Назаровского разреза. Виктор Александрович прошел путь от рабочего на экскаваторе до руководителя компании «Красноярск-Уголь», предприятия, которые позже стали важной частью сибирской угольно-энергетической компании. Виктор Гуськов внес большой вклад в развитие открытой угледобычи в России. Ему посвящена целая книга «Последний герой империи», так как он последним получил звание Героя социалистического труда СССР перед самым распадом Союза. Те люди, которые начинали строительство Назаровского разреза, работали в очень сложных условиях. Тогда не было такой техники, какая сейчас. Но, тем не менее, успехи были с первого дня. Все, кто работал на Назаровском разрезе, и в начале его пути страны, в начале и сейчас, это все люди ответственные, которые понимают задачи, какие перед ними стоят, и которые делают все для того, чтобы крепить могущество нашей великой страны, обеспечивать ее энергетическую безопасность. Дмитрий Абрамов, уже с 17 лет выпавших на первые годы Великой Отечественной войны, трудился на шахте в Кемерово, где был забойщиком его отец. В 1943 году его призвали в армию. В 1945 демобилизовался в звание сержанта, а в 1956 году приехал по распределению в Красноярский край на строящийся Назаровский угольный разрез. На предприятии прошел путь до руководителя, возглавив разрез в 1971 году. Сейчас Дмитрий Абрамов находится на заслуженном отдыхе, но, несмотря на свой весьма преклонный возраст, ветерану около 97, активно участвует в жизни родного предприятия и города. Именно по его инициативе и под его кураторством в День шахтера в городском музейно-выставочном центре открылась тематическая экспозиция, посвященная 70-летию Назаровского разреза. Он ответит на многие вопросы, которые возникают у жителей города, которые стремятся восстановить свои династии. Здесь они найдут ответы. Владимир Кривов полтора года назад ушел на пенсию. Более 30 лет Владимир Васильевич трудился машинистом уникального немецкого роторного комплекса СРСК-4000 и его бригадиром. На разрезе начал работу с того, что мы два года экскаватор монтировали. Были немецкие специалисты здесь и наша организация. И вот два года на этом экскаваторе был на монтаже. Потом мы уже переехали карьерка, так сказать, и там уже работал помощником по электрической части. С 90-го года я уже был машинистом. Ну и потом, когда машинист с ротора ушел, порекомендовал, ну, я возглавил бригадиром. Владимир Кривов получил награду «Заслуженный шахтер Российской Федерации» за многолетний и эффективный труд. Сам признается, самое главное в работе – это люди и коллектив. Каждый год Владимир Васильевич с коллегами отмечает День шахтера, а в этом году и юбилей родного разреза. Заслуженный шахтер Российской Федерации Виктор Маврин родился в Назарово в 1950 году. Чтобы поскорее пойти по стопам отца шахтера, он уже после 8 класса поступил в техникум. Потом получил высшее образование и отправился на Кузбасс работать помощником машиниста экскаватора. Мои родители с 1947 года работали в конторе гидромеханизации. В 1951 году Маврин Андрей Федорович, мой отец, был членом комиссии по сдаче приемки разреза в эксплуатацию. За хорошую работу был направлен в техникум на обучение. Меня судьба свела. Когда это в 1972 году я приехал, я устроился на работу помощником машиниста экскаватора на добычной участок. Эти 10 лет для меня стали школой руководителя. Эти два разреза – это вся моя жизнь.